А он еще один. Котик. И такой хороший. Мы идем по грузинским улочкам. Миросик. Мама, не за мной! И котятки так. Ой ты, боже мой! Вон они идут. Не зови Мирослава, а то они будут так за нами и бежать. О, смотри, какие тазы. Мама, прикольно. Это же лампы. Лампы керосиновые, да? Ага. Класс, да? Смотри, какая. Где дуделки, говоришь? Вот дуделки. Нет, это рог. Это для красоты его вешать надо. А есть роги, рога, которые, из которых пить можно. А вот турки, это для кофе, кофе заваривать. Дом юстиции. Видите желтую тележечку? Таких привозят везде, на каждом углу водичку. Водичка всякая, мелочь, сигареты. Так продают. Смотрите, как дом зарос красиво.